Тамадидевам Пурушопуранам, Тамалварнам Свитаватарам, Апара Сансара Самундрасетум, Бхаджамахи Бхагавату Сарупам. Сисила Бхакти Сиддханто, Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупада, Парам Виджаяти Си Кришна Сангиртанам, is the only slogan of Gauriya Math. Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур сказал, что Шри Кришна Санкиртан – это единственный слоган Гаудия Матха. We Gauriya always have some speciality. И мы, Гаудии, у нас есть особенности, мы хотим всегда поддерживать эту особенность. И что это за особенность? Это особенность относительно Сиддханты и Севы. И Шри Чайтанья Махапрабху сказал, Бхагавад Сиддханта, она наивысшая. That's why и поэтому в эту Пурушоттам врату мы приняли решение воспеть славу Шримад Бхагаватам все время, непрерывно. И вот согласно наставлению Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Тхакура мы приняли решение обсуждать Шримад Бхагаватам. И мы находимся здесь, и вчера я сказал, что Шанакади Риши, они находились в Наймиш-кшетре не для того, чтобы совершать огненное жертвоприношение. Их настоящая цель, ради которой они собрались, слушать Харикатху. That is the reason they took decision. И поэтому они решили организовать огненное жертвоприношение на протяжении тысячи лет. Но их цель была в том, чтобы слушать Харикатху. И вот сейчас, по милости Верховного Господа, они получили возможность слушать Харикатху с лотосных уст Шрилы Шукадева Госвами. Они получили возможность слушать Харикатху от самого дорогого ученика Шукадева Госвами. Я насчет Гуру-таттвы говорил уже эту шлоку, и я говорил, что если вы хотите служить Гуру-падме, его наставлением, его ване, вы сами должны стать Гуру. Это автоматически произойдет. Те, кто хочет служить Гуру-даву совершенно, Сидда-махатме, то автоматически они сами становятся Сидда-гуру, совершенными Гуру. И вчера я говорил, что Харинам Санкиртан, он наивысший. И здесь мы находим такую же Сиддханту. Мы воспеваем славу Шри Кришны. Почему? Бхагаватам, она не отлична от Шри Кришны. И воспевая славу Бхагаватам, мы воспеваем славу Кришны. И вот, когда мы воспеваем о славе Кришны или о славе Бхагаватам, оно не отлично. И вот, если мы услышим имя Кришны, то мы станем чистыми, чистее чистейшего. И те саду, саджаны, so they always
Вайшнавы, они всегда готовы слушать Харикатху и говорить Харикатху, поскольку Кришна, пребывающий в их сердце, он очистит от всех недостатков, от всего нечистого. Когда вы воспеваете славу Кришны, воспеваете славу Бхагаватам непрерывно, вы можете увидеть, что Кришна находится в вашем сердце. Из Чайтанья Чайтамриты я могу привести пример, вы вспомните. В Южной Индии, когда Шри Чайтанья Махапрабху отправился в Южную Индию, в Шрирангам, и вот он пришел в Шрирангам, и там в Раганатх Мандире Махапрабху, сам Верховный Господь, но все же, чтобы дать нам пример, он каждый день ходил в храм Ранганатха и также в храм Джаганатха. И он видел там браман, один чистый браман, читал Бхагавад-гиту. Но он несовершенным образом произносил эти шлоки из Бхагавад-гиты. И обычные люди, которые приходили получить даршан Раганатха, они смеялись над ним, что он не может произносить звуки должным образом и читает гиту. А Махапрабху каждый день смотрел на это, и однажды он подошел к нему и сказал: «О, Браман, какое блаженство ты чувствуешь, что ты проливаешь, плачешь, когда читаешь гиту? Можешь ли ты сказать мне?» И он сказал: «Ну, как я читаю Бхагавад-гиту, я на самом деле я не могу читать гиту правильно, она на санскрите, я не образованный. Но все же я нахожу, что Арджун и Кришна, и Кришна дает наставление Арджуне, и я вижу это. Что Кришна дает наставление Арджуне, и Арджун слушает, и это происходит на поле боя, на Курукшетре. И я смотрю на эту колесницу, и на этой колеснице я вижу Арджуну и Кришну, и Кришна дает наставление Арджуне. Махапрабху засмеялся и обнял его и сказал: «О, Браман, ты имеешь право читать гиту». Этот Браман начал плакать, что я не могу читать должным образом. Гурудев дал мне наставление, поэтому я читаю, но не могу как следует. So this way, actually, in Naimish Khetra, we find all Rishi Munis, they are sitting there. Махапрабху сказал ему, что ты знаешь настоящую суть Бхагавад-гиты, и поэтому можешь читать ее. И также в Наимишаранье все Риши Муни, они подошли к Сутадеве Госвами и попросили его говорить Харикатху для того, чтобы они смогли обрести наивысшее благо в жизни. И вот началась Харикатха и такова Сиддханта, когда бы вы не слушали Шримад Бхагаватам, если вы не сможете найти Кришну в вашем сердце, Мадана Махана, то ваше слушание Бхагаватам несовершенно. Then your speaking Harikatha is also not perfect. If you cannot find Krishna, если вы во время слушания Харикатхи не видите Кришну в вашем сердце, то значит ваше слушание Харикатхи оно несовершенно. И вот Сиддханта из этого, как вы можете знать Бхагаватам? Хотя я уже сказал вам. Through commentary you cannot feel what is Bhagavatam.
комментарии вы не можете чувствовать, что такое Бхагаватам. Своим умом, разумом вы тоже не можете понять, например, вы очень умный и разумный, но все же этого мало, чтобы понять Бхагаватам. И как же тогда можно понять? Бхагаватта саджаяте. Эвам прасанна манасо Бхагават бхакти йогатаха Бхагаватта вигьянам мукта санга саджаяте. Those who are free. И вот те возвышенные души Махабхагаваты, Бхагават-таттва не отлична от Бхагават-сварупы. И вот Бхагават-таттва вигьян, и те, кто освободились от влияния майи, те, у кого есть только Кришна према, они могут вкусить настоящий вкус Бхагаватам. Виддати хрдая ганти сциддханте сарва саншая кьянте часва кармани дриштвамева атманишвари виддати хрдая ганти сциддханте сарва саншая. All kind of doubts you can erase from heart. Все сомнения вы должны развеять. Хрдая ганти значит узел в вашем сердце, вы должны разрубить его, развязать. И различные, то есть те действия, которые вы совершали в прошлом, в этой жизни вы получаете результаты этих действий, но после того, как вы услышали Бхагаватам, у вас есть возможность разрубить все связи с этим материальным миром, и все последствия ваших прошлых действий, вы можете избавиться от них. И когда вы слушаете Бхагават-катху и увидите, что Кришна пребывает в вашем сердце, то сразу же, моментально вы можете избавиться от всех материальных оков. И поэтому те, кто настоящие саду, они каждый день они пытаются совершать какое-то саву служение, чтобы Васудев, пребывающий в их сердце, кто такой Васудев, откуда произошло это имя? Вот в этой шлоке объясняется значение этого имени. То есть Васудев, он тот, кто пребывает в каждом сердце. Если Кришна будет доволен вами, то весь мир, он также будет доволен вами. Нет, не будет никаких обязанностей, никаких долгов по отношению ни к кому. И таким образом, смотрите, сейчас вы находитесь в этом материальном мире, общаетесь с кем-то, это невозможно избежать. А как избежать? Общение происходит сегодня или завтра, днем или ночью какое-то общение происходит, но связь
Но ваше общение должно быть совершенно. Вы слушаете Харикатху о славе Саду Санги, Гуру Таттвы, и суть какова? Вы должны находиться в Саду Санги непрерывно, в уме или физически все время. И это может дать вам успех. You cannot get success. Иначе вы не сможете стать успешными. Rajastama prakatayu samasila bhajanti boy. Now point is there according to your, you know, и вот согласно нашему сердцу, желанию нашего сердца, выбираете общение. Вот в английском поговорка, что птицы одного вида, они летают вместе, это естественно. И вот согласно вашему настроению сердца, вы находите какое-то общение. Вот, например, хулиганы, они всегда находятся вместе с хулиганами, демоны с демонами. Вот Камса, например, с Агасуром, Бакасуром, спутаны с Тринавартой и другими, с Жарасандой, с другими демонами, они все закадычные друзья. Это естественно для них. Васудева паракрия, Васудева парам гьянам, Васудева парам парам тапа, Васудева пару дхарму, Васудева парагати, Васудев sitting inside your heart. Васудев, он пребывает в вашем сердце. So Васудев is the ultimate objective. That's why he is Sloka. Васудева параведа, Васудева парамха. Васудева пара йога, Васудева пара крия, Васудева парам гьянам, Васудева парам тапа, Васудева паро дхармо, Васудева парагати. What it means? Что это значит? It means это значит, что Васудев is the samam gunam of он суть всех вед. Он наивысшее благо суммум бонум всех вед. Если вы будете изучать все веды, но не найдете, где же Васудев, как, например, Жарасанда. Он поклонился браманам, предлагал им гирлянды, цветы, но Кришну хотел убить. То есть он изучал веды, веданту, совершал яги, но когда Кришна приходил, он хотел убить его, это что такое? И поэтому Васудев – это суть всех вед. Васудев – это суть всех яги. Любых аскез. Васудев это результат любой чистых ритуальных действий. Vasudev is the ultimate outcome, net outcome of param tapaha, tapaman tapasya. Vasudev is the net outcome of Vasudev dharma. Это суть дхармы, Бхагавад дхарма. Vasudev is my ultimate goal. Vasudev это наша наивысшая цель, гати. Куда идти, чтобы обрести лотосные стопы Васудева, и это цель. И вот мы сейчас переходим к третьей части, где Сутадев Госвами описывает
то, что, смотрите, Кришна — это наша, это Свайамруп Бхагаван. И от Кришны все аватары исходят. Но из Кришны не прямо, а косвенно. Кришна и Баларам. Баларам — это изначальный Санкаршан. Inside core place is Vrindavan, inside, after that Mathura, after вот that в центре Вриндаван, потом Матхура, потом Дварака, и естественно есть там четыре вьюхи, Васудев, Санкаршан, Прадюна и Анирудха. Ну, подобно какому-то квадрату, там, в общем, четыре вьюхи, и вот Санкаршан там. And in Vaikunth is in Goloka. And Vaikunth also Chaturvyuha. На Голоке, на Вайкунтхе тоже четырьюха. And from there you can find. И там можно найти, что. Actually, Kirada Gosai Vishnu, Garbhoda Gosai Vishnu, Карнана Вашая Вишна первый, Карнана Вашая Вишна потом, Гарбандакашая и Кхирадакашая. И вот Карнана Вашая Вишна, он причина всех бесчисленных брахманд. Это из этого Гарбандакашая Вишна все аватары исходят. Jagrihe Paurusham Rupam Bhagavan Mahadadivihi Swangutam Sarasakalam Adu Loko Sikshikshaya Yasyam Basi Sayanasya Yoganidram Vitanvataho Navi Radad Ambujadasid Brahma Vishwasajanspatihi From his noble place И вот с его пупка растет лотос, и Брахма, он нашел себя там, обнаружил себя на этом лотосе. И вот этот Гарбхуда Кашая Вишну, находящийся в этой Брахманде, все аватары исходят из него. Yasyaṃsya-aṃsena śrijante deva-tirjog-narādayuhu. This avatar is a root cause, seed. Root cause I cannot say, seed. Root cause is Krishna. Seed of all avatara. И вот этот Гарбхуда Кашая Вишна, он семя всех аватаров, все они из него исходят. Devata, deva-tirjog. Narādayo, human being, all they are coming from them. Now I am going to discuss one by one. Все из него исходит. И вот сейчас я буду читать о разных аватарах. Слушайте внимательно. Я объяснять не буду, просто буду читать. Саева пратамам девага кумарам саргамаститаха чачарадушчарам Брамья, брахмачарьям, макхандитам, дитиянту, бхаваясу, расаха, таргатам, махим, уддаришвану, падатто, жагьесо, саукарам, бапуху, титио, мриси, сваргам, бай, девар, ситьям, упеттаса, тантрам, саттатам, мачасто, найскармам, карманайято, Турье дхарма кала сарги наро нараяно риси бхутьятмопомапитам макара душчарам тапа панчамо капила намо сиддесо кала випрутам пробачая сурья санхьям таттограм абинирнаям Састам матрир апаттатям бритаха прату анусуяя анвикшики аларкаю пралляда дивьо учивано татаха саптама кутям ручир жагьо бхаяято и са
Jam adyo sura ganeerapat svayam bhuvantaram astame meru divyantuna viryato urukramaha darsayan vatmo dhiranam sarva asrama namaskritam риси вирьячито веже навамам партибам бапу дугдем апошум мушадир випрасте наям саушаттама рупам саджагриематсам чакшушодхи санплаби навьяропо махимарьям апад байва сватамманум Сура-суранам удодхим атнатам мандарачалам дадрекаматарупена приштхо-икадасе вибу дханьянтварам дадасамам траядасамевача апайят сураньяньян махиня мохуяно стрия чатурдасам нарасиньям Вибрагдайтендро-мурьитам, дадар-каржайр-урвайр-эркам-катакед-ятха, панчадасам-бам-бамана-критягад-адхарам-балихе, падатрайам-ячамана-праттадитсу-стривиштабам, аватари-шаду-севи-пашян-брамма-друхо-нипано, стри-шапта-критаха-пупито, Нис-никшатрам-карадмахим, татхо-шапту-даси-ятха, саттаватьям-парасарад, чакре-бедатарха-сакха, дришта-пунсо-альпамедаса, наро-деваттям-апанно-суро-карджо-чикирсая, сумудро-никрха-дини-чакре-вирьяни-атхо-парам, екана-вингше-вингшатиме, Брисишу Паппо Джанмани Раму Кришну Ити Бхуву Бхагаван Харадбарам Татхо Калу Санфрапте Санмухайо Суратисам Буддхо Намна Анджану Сутха Кикотесу Бхавишвати Атхасо Юго Сандхайам Дасу Прайсу Раджасу Джанита Виштуджасу Нямна Кулир Джагадапати Аватара хи асанхея харе сабчо нидердижа ята видан синаха кулья сарасохосу сахасаса бат ете чансакалаха пунса Кришнасту Бхагаван сайам индриядивакулам локам мираянти юге юге. So you understand? I read only the, you know, only I can say the name. You know, understand? Sanandan Sanat Kumar Adi, first Chatursham. И вот Sanandan Sanat Kumar Chatursham Maharaj перечисляет всех аватар. Вараха. Вараха. Third, you see, third, actually, is a Narad. Третье, Нарада Бхакти Аватара. Четвертое, Нара Нарайна Риши. Пятое, Капил. Шестое, Дататрея. Седьмое, Йога-гу, Бхагаван. Вот Ришабхадев, и после этого можно найти Притху Махарадж, и десятый Матсар Бхагаван, Матсар, и одиннадцатый Курмаруби Бхагаван, Курмару, двенадцатый Данвантари.
After that, 14th, Nrisimha Bhagavan. Потом Нрисимха Бхагаван. Then 15th, Vaman Rupi Bhagavan. Vaman Bhagavan. 16th, actually, Parashuram. Parashuram. 17th, actually, from Satyapati. 17-й из Ясадев, и после этого Рамачандра. После 19th actually Balaram Krishna. Balaram и Кришна. After that in Kali Yuga. И в Кали Югу. Будда. Будда. And more, you know, at the end of Kali Yuga. И в конце Кали Юги. Кали Юги Вишну Джососа. Вишну Джосо, you know, actually Калкидев. Калкидев. So I always speak the name. I read. Я просто произнесу их имена, но сомнение возникает. Какое сомнение? We have one doubt. We find что мы находим, что Ясадев, он первый в этом перечислении, и после него Рамачандра. So I can discuss this point выглядит странно, это я проясню попозже. I can discuss this point. How is that possible? After that, you see. И вот смотрите. This way, actually, all avatar we are getting. Все аватары таким образом снисходят. Here it is the conclusion. Of this third canto, и вот заключение этой третьей части, третьей главы, точнее. When Krishna и вот, и вот когда Кришна оставил этот материальный мир, дхарма, гьяна и Калу Насто Дришам Эшаха Пуранарко Одхину Одитаха. This material world become full of ignorance. Стал полон невежества. They go deep into this, они все погрузились в тьму. Агьян Тамир Нам Кахие Кайтя. They are going down and down. Нет, не было никого, кто бы мог спасти этих людей от влияния Кали. Люди Кали-юги, они очень неудачливы. Но все же они очень удачливы. Почему? Поскольку у них есть возможность. Только через Санкиртан они могут стать успешными. Это особенность этой Кали-юги. How this Bhagavad came? Bhagavad-ji Mahapurana. Bhagavad Mahapurana, как она явилась? One day, actually, и вот Vyasadeva Goswami однажды Vyasadeva Goswami, он сидел на берегу Сарасвати в Бадрикашраме. They are sitting with some absent mind. И вот он сидел, as if something not done properly. So he is not feeling satisfied. Он сидел опечаленный, он не чувствовал удовлетворения. То есть он не чувствовал полного удовлетворения, и поэтому он сидел на берегу Сарасвати и думал, что же делать дальше. Может, я что-то сделал неправильно. Then he finds that вот Narad ji coming. Он увидел, что Нарада снизошел. И вот по желанию Кришны Нарада явился там и спросил, how you are? Как ты? Are you okay? Все хорошо у тебя? How you are? He is asking this way. This way, actually. И таким образом. First of all, we can discuss. This point we can discuss, but how Bhagavat appeared, you see. Мы сейчас обсудим то, как явился Бхагаватам. И вот Шукадев Госвами, он Парамахамса Шрешта, он лучший из Парамахамс. I want to speak something about his appearance. Я хочу by the desire of Krishna, рассказать о его явлении. И вот по желанию Кришны Шукадев Госвами явился в этом материальном мире как сын Ясадева. И поэтому в прославлении Бхагаватам в Скандапуране
описывается. Нанданандам сукасту Кришна свайам. Нанданандам сукасту Кришна свайам. So how we can speak? И как можно говорить об этом? Нанданандам сук is Krishna and say came this way. Да. Говорится, что он сам Кришна. Now this и вот этот Нанданандан Шри Кришна, он явился в форме Шукадева Госвами, он лучший из Парамахамс, но он явил какую-то лилу. Я уже говорил об этом, что как он родился, не пройдя ни через какие самскары, он сразу ушел в лес. И тот самый Шукадев Госвами, он был совершенно не заинтересован в этом материальном мире. Даже он проходил мимо Но он стоял около какого-то дома, и если кто-то домохозяев, если кто-то предлагал ему молоко, он принимал, а не принимал, соответственно. Шукадев Госвами. Going to some grihastha house, not inside, outside, to purify them. Он приходил к домам домохозяев, чтобы очистить их, и он ждал какое-то время. Но сколько времени он ждал? Он мог... Но он ждал ровно то время, в течение которого можно надоить молоко у корова, если домохозяева, они не были настолько удачливы, что замечали его и могли надоить для него молока, то он уходил. Вот это где Шукадев Госвами, где он был, те места, они становились местами паломничества. И мы, Гаудии, мы знаем такую сиддханту, что нам не нужно идти ни в какие места паломничества, только если мы придем к лотосным стопам Гурупад Падме Садгуру, все тирхи, они уже будут там. Я могу завтра это обсудить. Очень важное. Шрила Прабхупада спрашивает, куда вы идете, идите сюда. Я завтра более подробно расскажу об этом. И вот сиддханта в том, что все тиртхи, все святые места, они служат лотосным стопам моего Гурупад Падме, Парамахамса Шрешти и такого сиддханта. И Шанакади Риши спрашивает, почему тот царь, император всего мира, Парикшит Махарадж. Со самрата касува хету пандунам манавардхана пайопо вишто гангаям анадритта адират сайам сриям. Адират сриям. If you don't know Sanskrit and Bengali grammar, если вы не знаете санскрит и грамматику, вы не можете понять. Like if I ask, подобно тому, если вы спросите, что значит банк на Бенгале? What is the meaning of bank? Bank in Bengali? They are not grammar. They are not knowing grammar. Grammar means sabdanu sasanam. Panini speaking sabdanu sasanam. Each and every time what you are speaking, writing should be regulated. То есть, что вы говорите, and rules and regulation, big regulation. То есть, согласно вот саддану сасанам. Actually, саддану сасане, то, что вы говорите, оно должно подчиняться определенным правилам. Вот, например, значение слова банк на Бенгале адхикос. Шрия, это очень много богатства может быть. Одишриям. Одишриям. Mm.
И вот суть в том, что почему, какова причина, что кто прославляет имя Панчапандов, Otherwise useless. You take birth, your father not getting any benefit, mother not getting any benefit. What kind of son? Вот son means apatto. Что значит сын? Что значит апатта? Stop the fall down of father is called апатта. То есть на санскрите одно из значений имени сына — это тот, кто может спасти отца. Поэтому почему он отправился на берег Ганги? Он великий царь, он оставил все, и почему он пришел на берег Ганги, оставив все, какова причина? Сивайо ханио дханани сатрабаха катам сабира сриямаңга дустайям жувайшато срашту махо махасуви сивайо локасо бхавайо хутае жауттама срока параяна янаха живантина атмаартама соупарасрайям Мумоча нирвидду куто калеварам. Why is that king leaving all wife, children, царь оставил all всех? His facility, kingdom, everything, throwing? Детей, всю семью. Whereas почему? Whole world coming with some, хотя, you know, tax to pay under the lotus feet of that king. Хотя весь мир он платит налоги этому царю, императору. А почему он оставил все? Мы хотим узнать, вот эти слова значат, что вы не думаете, что Сутадева Госвами нет права изучать Веды. Тут Гаудисиданта, смотрите, поскольку Сутадева Госвами из своего смирения, он говорит, что я родился в низкой семье. У меня нет права, но я очень удачлив, поскольку все саду, они уважают меня. Но нет, это не так. Когда преданный не рождался ни в какой-либо семье, он хочет очистить эту семью, и в то же самое время не должно быть сомнений, что это чистый преданный, чистейший. Если браманы считаются чистыми, а Сутадева Госвами великий преданный, почему он не считается чистым? И в то же самое время в Бхагавата мы находим два вида заключений, с которыми согласается Шрила Бхактивинода Тхакур. Вот, например, вы вот получили, прошли самскару получения священного шнура, но вы не родились в браманской семье, но вы получили уже браманский шнур. Как, что это значит? Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что вам дали этот священный шнур. Шрила Прабхупада дал его вам, поскольку Шрила Прабхупада, он надеется, что, по крайней мере, вы возвыситесь до этого уровня брахманов. Но все эти глупые люди думают, что ну вот, мы получили брахманские шнуры, и уже мы брахманы, можем поклоняться, можем проводить всякие
ритуальные действия, типа свадеб, похороны и прочего. Но будьте внимательны, Варнашрама Дхарма таким образом может пасть, разрушиться. И поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, когда вы получаете парамартик, а когда вы получаете этот священный шнур, это значит, по крайней мере, вы должны достичь Парамартик, Брама. Ну, в общем, достичь уровня Брамана. То есть, если вы находитесь там и Раджагуни, даете людям дикшу, которые недостойны, это очень плохо. И вот Махапрабху говорит, что Нитянанда дал нам приказание очистить рынок святого имени, а зачем вы его оскверняете под именем Пратишти? Это плохо. И таким образом все бесполезные люди приходят в Гаудимат, чтобы... Но из-за этого Гаудиматха он потерял свой почет, свое уважение, свое великолепие. И вот на самом деле Шрила Прабхупад дает нам этот священный брахманский шнур, чтобы мы хотя бы достигли уровня брахманов, а не для того, чтобы вы пошли зарабатывать деньги с помощью всяких ритуальных действий. Как, например, в эту Кали-югу. Более подробно Махарадж расскажет в следующие дни. Вот Параматма-брахманатва, она совершенна, и мы можем ее поддерживать. И вот Шрила Прабхупад говорит, то есть он дал нам такую процедуру, чтобы мы, по крайней мере, мы смогли возвыситься на уровень брахманов и получить какие-то брахманские качества. Но если вы не следуете этому, то это было плохо. И вот сейчас суть очень важная. Вы можете думать, что Шанакади Риши говорит, что кроме Вед, ты имеете право изучать, он имеет право изучать все писания. Но что вы думаете, он не браман, поэтому у него нет права изучать Веды, как описывается в писаниях? Нет. Есть два вида заключения. Первое, чтобы проверить нас, у нас есть, есть ли у нас великая вера в Сутадеву Госвами или нет. Если у нас есть такая без... такая вера в Сутадеву Госвами, в Харидаса, что Харидас такой, он лучше из браманов. Поскольку Адвайта Гасай, сам Махавишну, он сказал, вот после церемонии Шрадха, он все это подношение он отдал Харидасу. Харидас удивился, ты отдал мне зачем, ты должен отдать чистым браманам. И здесь он сказал, что нет сомнений, если ты примешь тысячи браманов, если накормлю их, тысячи браманов, они а ты лучше, чем эти десятки миллионов браманов. То есть, накормив одного тебя, я получу результат больше, чем от кормления десятков миллионов браманов. То есть это такая совершенная сиддханта, и нет никаких сомнений в этом. И вот смотрите, когда Сутадев Госвами, он лучше из браманов. Сутадев Госвами, он лучше из браманов.
topmost guru. Он лучший из гуру. Jai Krishna Tattvabhata Sai Guru Hai. Topmost Vaishnava. How is that possible? И как это возможно, не, что он не может изучать Веды, и Сиддханта тут такова. И чтобы поддерживать Варнашрама Дарму, Верховный Господь не может нарушить эту Варнашрама Дарму. И Сутадев Госвами внешне он и родился в низкой семье. И вот Сутадев Госвами внешне он родился в низкой семье, как Харидас Такур родился в мусульманской семье, и нет никакой проблемы в этом. И вот, чтобы утвердить эту сиддханту, что он превосходный преданный, как, например, в 100 рупиях, 10 рупий уже есть, и как это можно надеяться, что брахманизма нету в Сутадеве Госвами? Почему Сутадев не мог прикоснуться к Ведам? Нет, он мог. Он имел право, но чтобы поддерживать порядок в этом обществе, чтобы выразить почтение в Варнашрама Дарме, говорится, что веды только брахманы могут изучать, и поэтому какое отношение это имеет к нам, поскольку суть всех вед – это Бхагаватам, это даже больше, чем все веды. So when, where is knowing и вот, если он знает Бхагаватам, то в чем проблема? Он знает все. И вот, таким образом, snatam, annatra, chandasa, except Veda, you are not able. So two nice siddhanta we get here. И вот. Here another doubt. И второе сомнение. Dāpare samanu prapte titiye yuga parjaye. Very important. Dāpare samanu prapte. Samanu prapte sam onu prapte. Sammak rupeno prapti. So when dāpar coming. И вот когда два пара юга приходит, будьте внимательны. Dapar not coming. Dapar is samanu prapte. Dapar just coming. И вот два пара юга, когда вот собирается прийти, и в то же время вот и четыре юги сатья это два пара и кали. Сатья-юга прошла, трета-юга наступает, юга-парджая, значит, одна юга заканчивается, другая наступает. И вот одна юга, сатья-юга уже прошла, трета-юга, когда проходит два пара-юга, потом кали-юга, и потом заново начинается цикл. И будьте внимательны, очень важный вопрос. Что еще не пришло? И вот трета-юга. Вот на слиянии этих юг, как можно подсчитать? Хотя calculation should be this way. И вот как нужно считать? То, что Кали-юга ушла, потом Сатья-юга опять наступает, и вот это первый цикл завершился, юг. Кали-юга, когда ушла Сатья-юга, опять наступила, это первое
первое, как сказать, first one by one, then Satyuga-ган, Teta-юга-ган, second, первая смена цикла, потом опять Trita-юга-ган, there's three, then three, calculation okay? Потом опять цикл, потом следующий цикл, и вот на третьем цикле. И вот сейчас согласно подсчету, когда мы уже видим, что перед Рамачандрой. И вот до того я уже сказал, что как сначала пришел Вьясадев, потом Рамачандра, как это возможно? Мы знаем, что Вьясадев в Двапара-югу явился, но нет. И вот, то есть в Двапара-югу, но в предыдущий цикл он явился. И вот если Бхагаватам даст вам всю свою милость, тогда вы сможете это понять и осознать все эти подсчеты. Понимаете? И вот, согласно подсчетам мы находим Вьясадев Госвами в перечислении сначала Вьясадев, потом Рамачандра. И как можно понять? Vyasadev first coming, and Ramchandra little late. Сначала Вьясадев, потом Рамачандра немножко позже. And also, и также, согласно Рамайне, мы находим. As per Ramayana, we find Ramchandra took birth. Рамачандра явился. Ramchandra took birth. At the last time в последнюю, ну, в последнее время Трета-юги, когда Трета-юга практически закончилась, то тогда Рамачандра явился. Okay, calculation perfect. So и вот Вьясадева Госвами, он и Рамачандра, они явились практически в одно время. Немножко раньше. Вьясадев явился, потом Рамачандра, и вот это подсчет, он совершенен. И вот сейчас мы хотим вернуться Бхагаватам, она though Varnasam Dharma is useless for those Paramahansa, be careful. Though Varnasam system is totally useless for Paramahansa. Хотя Варнашам Дхарма полностью бесполезна для Парамахамс, но все же. So at least we can вот, по крайней мере, мы можем сказать таким образом, те, кто Парамахамсы, для них Варнашам Дхарма, для них она не имеет никакого значения, но все же. Те махаджаны, великие личности, они следуют, что и обычные люди, они тоже следуют этому. И вот Кришна говорит, я хотя делаю все как человек, почему? Поскольку если я не буду этого делать, то вся Варнашама, все общество, оно падет. И поэтому, хотя у меня нет интереса, я делаю это для того, чтобы Варнашама Дхарма существовала. Поскольку через Варнашам Дхарму вы можете обрести Кришну в итоге постепенно. Вот Бхагаватам такая Сиддханта приводится. Те, кто женщины, шудры и друзья брахманов, либо те, кто родились в семьях брахманов, но они пали, Двиджабанту зовется. Это, то есть Двиджабанту, те падшие брахманы, буквально. For them, и для них
Веды запрещены, они не могут прикасаться к ведам. Вот эти перечисленные категории людей. Они не могут слушать и видеть вед, это запрещено для них. Но думаете ли вы, что это запрещено для Сута Госвами? Нет. В то же самое время мы выражаем наше полнейшее уважение, почтение Сути Госвами и Варнашрами Дхармы в то же самое время, чтобы этот материальный мир самсара существовало дальше. Вы должны помнить об этом, очень сокровенная Сиддханта. И вот сейчас я вернулся к тому, что почему Ясадев Госвами не был доволен, хотя всю жизнь он изучал, писал Веды, Веданта, Упанишады и прочее, и почему Ясадев он недоволен, почему он думает снова и снова, что же мне сделать, почему я не чувствую полного удовлетворения, какова причина за этим. И в то время нати прасидат радаяха сарасатьяс чате сучоу битаркаян бивиктаста идан чоувач дхармабид. Нати прасидат хридая, his heart is not satisfied. И вот его сердце не было полностью удовлетворено, и на берегу Сарасвати вот они, он размышлял, что же делать. Дармавид или Ясадев Госвами, он дармавид, но говорится, он дармавид тама. То есть он лучший из тех, кто знает дхарму, но все же какой-то вопрос возник в его сердце, какова причина. Я соблюдаю все обеты и прочее, поддерживаю чистую жизнь. Почему я не получаю удовлетворения? Может быть, поскольку я не представил Бхагавад-дхарму совершенным образом, может быть, из-за этого. И вот он сам себя спрашивает. Maybe this is the reason. И, возможно, это причина. That can be the only reason, I think. Why? Maybe, why, what can be the reason? I'm maintaining pure life, I'm doing, you know, taking bow all the time, brother, astral finances, writing this, that. Mind is okay. Still not satisfaction, whole, total satisfaction. И почему я не обретаю полного удовлетворения? Kingva Bhagavata Dharma no Praina Nirvitaha. Maybe I am not representing Bhagavata Dharma in total. Maybe the reason. In the meantime, и вот в то же самое время Нарада снизошел с небес. Landing. И вот он приземлился. Naraji Maharaj landing. Actually, на самом деле, Нарада, он никогда не, и остальные полубоги, они никогда не прикасаются к земле, они, только Кришна может прикасаться к земле, как мы с вами, они просто чуть, они не касаются, они просто как бы летают чуть выше. What kind of question? И какой же вопрос, когда? When we meet other, we say, how are you? Ну, когда мы с кем-то знакомыми встречаемся, спрашиваем, как вы, как дела? How you are with your body and mind? How your atma is?
Ну, Нарада спрашивает, что чувствует твоя душа. Мы никогда не слышали таких вопросов. Спрашиваем просто, как вы поживаете и прочее. А Нарада более глубоко спрашивает. Body and mind, with body and mind, how your spirit is self. И вот он спрашивает, как твоя душа себя чувствует. Very nice question. Jigyasitam susampanyam opite mahatadbhutam kritavano bharatam yastam sarvartha parivengitam. Any kind of question that that can come in front of human life. Любые вопросы, которые могут прийти в человеческой жизни, ты дал все. И все духовные вопросы, ты дал ответы на их все. Ты также составил Махабхарату, и в Махабхарате все можно найти это в практической форме. Бхаратам значит Махабхарата. И в этой Махабхарате ты все привел в совершенных примерах, но все же ты не чувствуешь удовлетворенным, почему не выглядишь удовлетворенным, почему? Why you are feeling dissatisfaction? Почему ты чувствуешь беспокойство? И Вьясадев, он сказал, я у тебя хочу спросить, почему? Я сам хочу спросить. И то есть он ему ответил, что я хочу спросить у тебя то, что ты спрашиваешь у меня. You are speaking of rightly. I am doing everything. Ты говоришь все правильно, я делаю все по милости Кришны, Верховного Господа, но мое сердце не удовлетворено. Но ты подобен Богу Солнца. Ты можешь ответить на этот вопрос. И лучше ты ответь, поскольку у меня есть этот вопрос, и ответь на него. Парджатам аркоиво трилоким антасчару баю риватма шакши. You are like sun god. You are looking everything. Ты подобен Богу Солнца, ты видишь все. Трилоким антасчару баю риватма шакши. You can know like баю, air. Ты подобен воздуху. Воздух, он как внутри, так и снаружи вашего тела. О, Нарада, ты знаешь все, что происходит в сердцах всех живых существ, и невозможно скрыть ничего от тебя. И в чем проблема? Что мне сделать? Я хочу получить совет от тебя, ты спрашиваешь у меня. Я хочу узнать от тебя, какова же причина, по которой я не удовлетворен. И Нарада отвечает. Anudita prayam yaso bhagavat amalam jenaivasau na tusyeto manne tad darshanam khilam. Only reason I find you are doing everything, but единственная причина, я вижу, ты сделал все, но ты не описал нектар, славу Кришны, славу Его лил, Его деяний. Да, в Махабхарате есть какие-то Кришна-лилы в каких-то Пуранах, они есть, но полностью ты их не описал. Ты должен полностью это представить. Ясо Бхагавату Амалам. Бхагавата Анудито Прайам. Ясо Бхагавату Амалам. Ясо
Яша, слава Кришне не прославил Кришну должным образом. Я знаю, ты написал Махабхарату. Различные Пураны, да, но там нету полной славы Кришны, и поэтому я думаю, это единственная причина, по которой ты не удовлетворен. Just next slok. Yatha dharma dasyartha muni varjanu kirtita. You giving different kind of prescription in different scripture. Ты даешь различные предписания в различных писаниях для людей, что они должны делать согласно своему уровню. У дхарме, каме, мокше ты описал все подробно, но ты, но славу Васудева Кришны ты не описал, и поэтому это причина, по которой ты не удовлетворен. Actually, if some kavi, на самом деле, если какой-то поэт что-то пишет, но он не прославляет Лилы Кришны, это все бесполезно. Та тиртха, место паломничества, оно бесполезно, если там нет преданных, нету Кришны. Это я рассказываю суть того, что говорится в этих шлоках. Например, вы не привязаны к действиям ради их плодов, но это тоже бесполезно. До тех пор, пока это не делается ради Кришны. Наискармам опи отчута бхава варджитам насавате гьянам амалам ниранджанам кутаха шашчат авадрамишваре начуарпитам карма джадапи акарна. Now I think I advise you actually ato mean? Ato значит? Ato mean question. Вопрос. One sentence cannot start with but. То есть вопрос с но не может начинаться. Но это еще предыдущий вопрос. И поэтому атхо значит это нечто благоприятное, это благоприятное слово, например, атхата бама джигеса. Атхо значит после того, то, что сказано до этого. Ты можешь видеть прошлое, настоящее и будущее, нет никаких препятствий. И поэтому Bhavana Amagadri. Your sight is very clear. See past, present and future, all you can know. Suchistrava. Твой взгляд очень чист. Ты чистейший из чистых. You are always taking bow. И ты всегда соблюдаешь обеты. To maintain satya. Для того, чтобы поддерживать сатью. So now I would advise и вот сейчас я хочу дать тебе наставление. Урук крамасса кхила банда муктае. Урук крамасса кхила банда муктае. Самадина унусмар.
И вот вы сидите в медитации. You can see everything. И вы можете видеть все. Вот Ясадева Госвами, он всегда внутри сердца Ясадева Госвами. Санкиртана происходит непрерывно, и поэтому он смог написать столько всего, столько книг. Почему для Шрилы Бхактивиданты Свами Махараджа было возможно в таком пожилом возрасте написать столько книг? Для Свами Махараджа, если бы не было на то милости Шрилы Прабхупады, он не смог бы составить и написать столько книг. И мы очень благодарны ему. Как это для него возможно было, только по милости Шрилы Прабхупады. И поэтому без милости гуру и вайшнавов ничего невозможно. И вот сейчас мы можем сказать, что в сердце Ясадева Госвами Санкиртана происходит непрерывно. Внутри сердца Шрилы Прабхупады Санкиртана непрерывно происходит, и поэтому мы получаем так много писаний от Шрилы Прабхупады. И даже то, что много чего, что он написал, просто кто-то выкинул в Гангу, но никто не знает об этом. Очень много томов, ну, того, что он написал. От Санатана и Рупы Госвами мы тоже получили много чего, что они написали для нас, но это было очень высоко, и поэтому они решили эти книги предать Самадхи. И рядом с Самадхи Санатана Госвами есть Грантха Самадхи. Нет никого в этом материальном мире, кто бы мог понять то, что они писали. И поэтому в сердце чистого Гуру Вайшнава Хари Санкиртан, он всегда происходит непрерывно. Не значит, что он говорит Хари Катху или совершает Санкиртан 2 или 3 часа. Нет, непрерывно это происходит в его сердце. И вот Шукада Нарада, он попросил его: я прошу тебя, ты сконцентрируй свой ум на Кришне, и ты увидишь, что все лилы Кришны явятся тебе. Самадхина смаро, самадхина значит из твоей медитации. Анусмара, не смара, а смара значит думать, а анусмара, ануга, анугати. Мы уже находимся в наставнической преемственности. То есть, другими словами, Нарада говорит, что я твой гуру и следую тому, что я говорю. Ом, оно нет, равно тат и сат. И вот, сат значит Кришна, пытайтесь понять и медитировать. И вы обретете все. И пытайтесь представить это обычным людям, человечеству, чтобы каждый мог обрести благо. Как вы можете знать, узнать, что Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж или Шридхар Махарадж, он наивысший саду? Что Шрила Кешава Госвами Махарадж саду или Шрила Гоу Кешава Дас Бабаджи Махарадж, и какой же наивысший признак саду? Саду не заинтересован в деньгах и уважении. Саду, он всегда думает о том, как дать вам какое-то вечное, настоящее благо. Они полны милости. Как вы можете знать, что он саду? Он может видеть и понять.
кто вот он не заинтересован он в имени, в положении, в славе, в богатстве. Он готов плевать на Пратиштху, на уважение, на почтение. И тогда вы можете понять, что он настоящий саду, иначе нет. Но Вайшнави Пратиштха, Таты Куранишха, то есть и чистые Вайшнавы, они принимают Вайшнава Пратиштху. И вот смотрите, качество, как какие есть у настоящих гуру Вайшнавов, они всегда думают о нас, как спасти нас из-под влияния Майи. И вот если вы видите такие качества, вы можете наверняка знать, что он чистый саду. Калина сарватра гавира рамаса Тасса ива хета праджатета ковидо Налабхати яд браматама париаду Таллабхати дукхават аннатаха сукам Калина сарватра гавира рамаса Тасса ива хета праджатета ковидо Налабхати яд браматама париаду Барта птар бат you are taking. И вот рождение за рождением. Мы иногда рождаемся на сварге, иногда в нараке, иногда в райских, на райских планетах, иногда на адских. И вот в читании Читамити еще раз Госвами описывает, что мы, находясь в цикле рождения и смертей и ковиды, это ковида, что значит? Те, кто знает настоящее значение шастр, те, кто знает суть веданты, упанишад, бхагаватам, они ковиды. Они знают Кришну и Кришна Таттва. Эва значит подтверждение. Будьте уверены. И те, кто очень разумные, что значит разумные? Они могут достичь лотосных стоп Кришны, знать какие-то материальные науки, зарабатывать деньги, это не признак разума, это другое. И вот так вы можете скитаться по райским или адским планетам, но так или иначе, суть главная, то, что необходимо для вашего развития. Gavira Ramhasa, Mangasam in Padakhev. The strong footstep of Kali. No, Kali. The strong footstep of Kali. Kali crossing you. Kali может разрушить нас, уничтожить нас шаг за шагом. Kali na sarvatra Gavira Ramhasa. Power of Kali, you see. But we like to throw Kali out. Но мы хотим избавиться от Kali. Kali не может получить никакого места. И вот Нарада хочет, вот сейчас он рассказывает о своей собственной истории. Это он Садан Сидда Нарада. Вот здесь два Нарада. То есть Садан Сидда Нарада и вот этот Садан Сидда Нарада. И хотя они в дальнейшем они объединились, но смотрите, Нарада, он объясняет, рассказывает свою собственную историю. И я хочу замечание сделать по этому поводу. Пунарбихатум бичет нарасагрхаянаха. Those are rasik. Те, кто расики, те, кто могут обнять лотосные стопы Кришны и Гауранги. Whatever material rasa available here in the material world, they hate
И они, эти преданные, они не совершенно не заинтересованы в никаких материальных расах, им противно это. Однажды, если вы достигли лотосных стоп Кришны, вам, вы не хотите их потерять, вы хотите сохранить их навечно. Идам хи пунсаха тапаса сутасава систа садукта сачаб Будда датта йо авиччитва артха кавивира нирапито ядуттам сроку гунану варнанам. All different scriptures and all вот все различные писания, сиддханто, они все говорят об одном. Тапасо тапася астиди пинансе аскезе тапасе Шаути Смриди. What benefit they are going to get ultimately? И какое благо? To sing and hear the glories of Krishna. То есть к чему это все совершается? К тому, чтобы помнить Кришну и воспевать Его славу. И вот. You cannot just call avichuta artha. Artha means? Avichuta artha. Это значит, что. Avichuta artha means? I am setting this siddhanta, but you have no power. Nobody can cut this siddhanta. То есть он приводит эту сиддханту, и никто не может переспорить ее. Она выше всего. И те мудрецы, они уже дали эту сиддханту, что суть всех саду, цель всех саду вайшнавов — это слушать и воспевать славу Кришны. Now I like to speak the secrecy of my life. И вот сейчас Нарада говорит, я хочу рассказать о своей жизни. Я был сыном служанки. Она служила разным саду риши. Она как-то... Ну, в общем, она была служанкой. Ну, выполняла какую-то простую домашнюю работу в разных домах. Нирупито балако ево йогинам сусусане падприши нирвикшатам. I myself was very small boy. И вот я был очень мал в то время. I was not chanchal. Я не был беспокойным. I was not restless. And you know somehow. И так или иначе. Я встретился с несколькими садами. Йогинам сусусане прабриши нирвивикшатам. I got the chance to serve some Guru Vaishnava. Я получил возможность служить Гуру Вайшнавам, когда во время Чатурмаси. Чатурмаса. How you can follow Чатурмаса? Как можно следовать Чатурмасе совершенным образом в вашей жизни, если вы следуете одной Чатурмасе совершенным образом, вы достигнете успеха, но не все могут, нет терпения у вас. Пурушоттам врата, если вы, ее тоже надо соблюдать. Единственная пурушоттам врата, которую вы соблюдаете в своей жизни, она может дать вам успех. И вот Нарада говорит, те риши, Anuvartini chakruhu kripam jaddapi tulda darshanaha susu samani munayo albhavashini. Muni mean, they were speaking Muni значит, very controlled way. Те, кто speaking only is Krishna. Говорят о Кришне. Муни значит, то есть они либо говорят что-то о Кришне, либо вообще не говорят ничего. А те риши, Арбак means
А Отарвак — это значит маленький мальчик. И вот он говорит о себе, я был, не был каким-то, я не интересовался никакими играми. Вот такие дети обычно они ничем особо не занимаются, просто играют и, ну, и прочие деятельности бесполезно занимаются. А я был заинтересован в служении, я пытался как-то служить этим риши, и в итоге они стали довольны мною. И когда они ушли из этого места, они благословили меня полностью. Все саду, они принимали просад. А что я мог делать? Иногда я просто приносил дрова из джунглей. Как-то помогал им готовить цветы, собирал и фрукты для них, и мыл посуду. И таким образом они стали очень довольны мною. И они говорили, о, мой сын. И вот, и потом они отдавали просад ему, дай то, что они готовили, то есть сами они не доели, они давали ему доедать, и Нарада говорит, и вот в один день я принял остатки пищи от тех вайшнавов, от тех саду, и немедленно я почувствовал, что мое сердце очистилось. Килвиша значит, грехи, они ушли. То есть осквернение, но все ушло. И они благословили меня. И после этого они ушли. И я был очень опечален. 4 месяца я смог служить им. Они воспевали славу Верховного Господа. Я слушал Харикатху. И сейчас они ушли, я потерял эту возможность, как я неудачлив. И я сейчас чувствую себя обездоленным. О, мать, твое общение в этом материальном мире, оно подобно оковам. А если ты будешь общаться с чистыми саду, то тогда ты освободишься от этого материального мира. Иначе это невозможно. И вот саду ушли, что делать? Она начала плакать. Она думает, что моя мать никогда не позволяла мне никуда идти. Она очень любила меня. Куда ты идешь? Быть дома. Она не пускала, и я думал, что это плохо для меня, это привязанность, но вдруг по милости Кришны, в один день моя мать с раннего утра, она пошла куда-то, в какой-то дом на работу. За молоком пошла, а по дороге какая-то змея укусила мою мать, и моя мать, она умерла, ушла из этого мира. Обычно те, ну, дети, они начинают плакать, когда мать умерла. Но Нарада был очень счастлив. Нарада сказал, и сейчас я свободен. По милости Кришны моя мать ушла, и теперь нет никаких препятствий, нет никого, кто бы его контролировал, и он ушел. Without any purpose, I'm working. I don't know. И вот я не знаю. И вот он пошел куда-то на север.
There's forest, so many, you know, I'm crossing. И вот он проходил через разные прекрасные места и дошел до гор, до какого-то озера с чистейшей водой, и он омылся в этом озере. Он был очень уставший. Я шел долгое время, напился воды из этого озера, и я меня клонило ко сну, я сидел под деревом и думал, что же делать дальше. И когда эти саду, они жили в нашем доме, как хорошо же было тогда, а сейчас я потерял эту сатсангу. И в то время, когда я пытался заснуть, Кришна явился в моем сердце, подобно молнии, и пропал. И после этого я был очень опечален, я плакал. «О, Господь, Ты настолько милостив, Ты даровал свой даршан на часть секунды, но почему не на всю жизнь?» Я очень опечален. Откантастру калакхасу риддаситме санаир хари дхайатос чаранам буджам бхаво нирджито четоса откантастру калакхасу риддаситме санаир хари. Very gradually, when вот, постепенно, когда я медитировал на лотосные стопы Верховного Господа Кришны, я был в Бхаве. Бхава — это такое экстатическое чувство, и внезапно я почувствовал, Кришна явился на какую-то часть секунды. И вот Верховный Господь явился на долю секунды, и после этого Он ушел. Улаканго тинивритаха ананда санплавилино напасам убхаям муни. Ананда, like flood. И вот она, ананда, подобно потоку блаженства, экстаза. Рупам меже примати варо нирвинно пулаканго нибрит Пулаканго анибритаха ананда санплаве лино напасам убхаям муни. I was feeling very, very, you know, nice feeling. And I was shedding tears. И вот я начал плакать, когда Кришна ушел, и мое тело, you know, this room, you see, here. Все волосы на теле, они встали дыбом. И после этого это чувство все прошло, когда Кришна ушел. I was feeling I am. Я чувствовал, что я потерял все. Когда Кришна опять ушел, я сошел с ума. Я чувствовал, что я потерял все. И что же делать? Но я хотел опять медитировать, но я не мог видеть. Опять хотел медитировать, но я не смог опять увидеть Верховного Господа. Я хотел, но не смог его увидеть. Но я не был удовлетворен, я не был доволен, я чувствовал, как будто все пропало. И вдруг внезапно я услышал голос с небес, Акашвани. Aerial advice. Abhipakka kasayanam duddhasoham kuyoginam. Oh,
О душа, не плачь. В этой жизни ты не сможешь увидеть меня снова. Антиасмин джанмани бхавано ма ман душтум арати. You cannot see myself. Ты не сможешь увидеть меня таким образом, поскольку те, кто кашай, то есть те, у кого сердце вожделение, жадность и прочие пороки ку-йоги. Есть различные объяснения этих слов. Ку-йоги значит те, кто не следует их садгуру должным образом. А если садгуру нет, то это другое дело. То есть ку-йоги те, кто не следует своему садгуру должным образом, это ку-йоги. Они как бы йоги, они совершают йогу, но йога, она не научна, она плоха, бесполезна. И ку-йоги, другое значение, если вы без бхакти-йоги занимаетесь чем-то посторонним, то есть это тоже ку-йога называется. Пытайтесь запомнить. So, abhipakka mean not right. Through bhajan, через bhajan, if you get the right condition, paripakka avastha, then and only then you can meet with Krishna, not then. Достигнете определенного уровня. Если вы кашай, значит, ну то есть если вы не спелый буквально, то есть вы не достигли определенной степени, то Кришна вы не увидите. Вот как, например, рис нельзя просто взять и есть, нужно его сначала сварить и так далее. Можно рис поесть. И вот Абхибакша Кашайнам значит те, кто не следует самому духовному учителю, кто-то не следует бхакти-йоге, они все Абхибакша Кашайни называются. Они не их сердце, оно не совершенно. Они не могут достичь этого совершенного состояния, с которого они могут видеть меня. И вот вы должны ждать. After that you see, same advice that Gokarnaji is speaking in front of Atmadev, father. Гукарна говорит то же самое своему отцу. Служи чистым саду всем своим сердцем. И этот голос небес говорит то же самое. Сатсевая диргаяпи ятамай дирамати. Сатсевая, out of сатсанга, садусева. И из сатсанги саду севы. Only, ята мои дирамати. Хитя ваддам имам локам гантья маджаната амаси. Then, you already having some kind of feeling because you got саду санга. У вас уже есть чувство, вы обрели саду сангу, но должны больше делать. I bless you, я благословляю вас, вы можете ты можешь вернуться ко мне. You can take one position after this bar. Then Narada is speaking. И вот Нарада говорит. Гуйяни бхадрани кртани часмарано ган паритам туштамана гатасприхо карам пратикшан намадо вимассара.
И после этого я путешествовал по разным местам паломничества в этом мире. И подобно Джада Бхарати, я просто ждал, когда Джада Бхарат, он принял форму, родился оленем. Он сожалел, что совершил великую ошибку. И он ждал того времени, когда он оставит тело. Он ждал. И Нарада тоже ждал. И внезапно, по милости Кришны, я нашел, увидел. И вот, в общем, по милости Кришны, я подошел в последний момент его жизни. И тогда... Arabdo, parabdo, koot, bin, different kind of, you know, thing is there inside your heart. Which is not in the form of seed, very secretly. In the form of seed, going to give result, fruit, give trees. And the tree which is going to give fruits, parabdo. This is a different kind of, kutosto, parabdo, different kind of, condition of your previous actually staying there inside your heart. Well, you can cut all by Bhakti Yoga. There's no doubt. So Narada is speaking now. Kalaho padura bhutkale saudamini yatha. Just like flashing. Вот, подобно in air, lightning. Молния. We can see a flash of light. So this all of a sudden. Pajujjamane mahi tvam sudhyam bhagavatim tanum arubdha karma nirvano napadat pancha bhutika. My, you know, body made of five elements of this material world, now fall down. At the same time, I come out of this body and take a nice form, this Nara, you know. Pajujjamane mahi tvam sudhyam bhagavatim tanum. То есть, и вот в тот момент я увидел, что мое тело, оно изменилось, я принял форму Нарады, и Бхагаван, Верховный Господь, Он дал мне вину, вину. So, Devadattam inam binam sarabrahma vigushitam. Sarabrahma vigushitam, that is transcendental vina. И вот это трансцендентная вина, если вы... Он играл на ней, то звуки веданты исходили из нее. Вот так описывается это. И вот это вина, данная Верховному Господу. You cannot get any material sound from the, if I play, it can play all about Krishna only. То есть из этой вины нельзя было получить никаких материальных звуков. Если она играла что-то, то это было все о Кришне. I'm like mad, like я mad. Подобен... When I play, сумасшедшему, когда я играю на этой... Вине. This finger, this thing, they have, they know. We don't know their technology. They are knowing. You know. So we are not having experience about this. So Devadatta Mimam Binam Sarab Brahma Vibhushitam Murchaitva Harikatham Gaya Manas Charamiham. And from then onward, I am singing and traveling whole world, singing the glories of Krishna. И вот с тех пор я воспеваю славу Кришны, когда вот с тех самых пор. This way actually и таким образом. Now, Sutadev Goswami finally is speaking in this sixth chapter. Sutadev Goswami говорит. Evam sambhasso Bhagavan Narado Vasavi Sutam. Амантру винам ранайна джаджу джатричико мани. According to the inspiration of Krishna, вдохновение, who can, you know, speak about it? They are going. Evam, мани, evam, evam мани, this way, значит, таким образом, after having some после... discussion, того, как он поговорил с Вьясадевой, дал ему наставление,
After that, playing vina, он начал играть на своей вине и куда-то ушел. Aho divarsi dhanya aham ya kirtin sarango dhanano gayam adam midam tanta ramayana ramayatta turam jagat. Oh, we pay great honor to that Narad Muni. И мы приносим наше величайшее почтение Нараде. Есть два великих ачарья. Два великих ачарьи. И первый ачарья – это Махадев Шанкар Бхагаван, а другой – это Нарада. Любые стотры, любые писания, какие бы вы ни открыли, там говорится, что это либо Нарада сказал, либо Махадев Шанкар Увача. Увача значит произнес. Практически все писания, там, их либо Нарада рассказал, либо Шива. Шанкар, Махадев. И вот мы выражаем наше величайшее почтение этим великим ачарьям Нараде, который путешествует по всем мирам и воспевает славу Кришны, чтобы освободить падших душ. И нет у него никаких личных корыстных мотивов. И после этого Сутадев Госвами и Шанака Риши говорят. И что дальше? Что после этого? И вот мы в детстве тоже, когда бабушка рассказывала что-то, мы слушали, мы спрашивали, а дальше-то что было? Дальше, даже мама когда звала нас на просад, мы все равно сидели и слушали. И вот дальше, что случилось? И с великим вдохновением Сутадев Госвами говорит. Те риши, они могут совершать баджан. Сатьявардана — это яги, но различные яги есть. Гьяна-яги, дана, различные яги. Брахма надьям сарасатьям асрамаха пастиме тате самма праса ити практам рисьям. Самма праса асрам, the name of the ashram, where ашрам, в котором находился в Ясамуни, он, где он составил Веды Веданты, Веданту и прочее, сами прашна ашрам назывался. И вот он находился в глубокой медитации и увидел. Бхакти йогена манаси самьяк праните амале апасат пурушам пурнам маянча тадапасраям. И вот он увидел Кришну, Верховного Господа. И после этого, и сзади Кришну он увидел Майю. Она стояла и стеснялась с поникшей головой. И она сзади выражала, кланялась, выражала почтение Кришне. Майян ча тадапасраям. Майя is there under the center of Krishna. Майя находится. Nobody is there without the center of Krishna. Майя. Who is there? Она находится. Brahma, она приняла прибежище у Кришны. All demigods. Все полубоги. Jang Brahma Varunendra Damruto Stunmanti Dibhaisthavai Vedai Sangha Padakrama Upanishadai Gayanti Yam Samaga Dhenavastita tadgati namanasa paspantiyam yogina yasantam navidu sura suragana veda devayata asmai namaha. That Krishna. И вот тот самый Кришна, он увидел этого Кришна. Стхити значит... Maintenance and place settlement of all jiva is there until Krishna. Without Krishna, nothing there. So there... То есть в итоге они принимают прибежище у Кришны, и нет никого, кроме Кришны, даже Майя.
Что за майя, которая кланялась Кришне сзади? Это та майя, из-за которой вы находитесь в майе. Это та майя, которая выражает свое почтение Кришне. Все обусловленные души, они покрыты ею. И их чувства не покрыты майей и тремя гунами материальной природы. Ничего плохого не случилось, но мы жалеем, плачем, сокрушаемся, что все потеряно. Что потеряно? Все сделано майей, а вы жалеете о том, что вы что-то потеряли, если вы потеряете все. Вы ничего не потеряли, если Кришна с вами. И поэтому говорится джая, что значит джая? И этой самой майи. Джая санмохито джива атманам тигунатмакам. Паропи манате анартам критан тат критан ча випаддате. Nothing lost. И ничего не потеряно. Но... Я уже сказал, да, говорил о славе Бхагаватам. И это Бхагаватам. Раньше она называлась по-другому. А потом, когда Шукадев Госвами рассказал Бхагаватам. Локосуаджанат Видьян Шакре Саттата Сангхита. Now, Vyasadeva Госвами. И вот сейчас Vyasadeva Госвами, по милости Кришны, он составил весь Бхагаватам, чтобы избавить нас от анарт, сердца обусловленных душ, но вы должны быть очень искренны. Если вы не искренны, то проблема в чем? Не в Муни, не в Ясадеве. И вот Парикшит, почему он не убил Кали? Я расскажу для саду, что Кали может сделать. Что Кали может сделать? What Kali can do? What wrong Kali can do? Что плохого Кали может сделать для саду? Kali can do anything? Разве может она сделать что-то? Нет, ничего. This shloka you must remember. Very, very Вы nice должны shloka. Помнить эту шлоку. I told you previous shloka also. Я уже говорил раньше о ней. Jeno jati no jati vamsa samadhi. Very, very nice. You can remember. Very nice. Yes, so. Now actually point is that sadayam hidayam jasso. Sadayam hidayam jasso. Sadayam hidayam jasso mean? И вот эти слова sadayam hidayam jasso значит тот, что то те, чье сердце полно милости. Те, они есть саду. То есть это одно из определений саду. Вачата сатья бхушитам, говоришь, значит, что он все, они всегда говорят об абсолютной истине. И их тело, оно посвящено для блага всей Вселенной, всего мира. И что Кали может сделать с ним?
Какие проблемы? Кали не может, если вы саду, Кали не может sadhu, никаких проблем вам принести. А если sadhu, вы не саду, только тогда Кали может влиять на вас. Я в дальнейшем более подробно обсужу. И вот Ясадев Госвами по милости Кришны составил весь Бхагаватам. Кришне Парама Пурусе Бхакти Рудпаддати Пунсаха Соку Моху Ваяпаха Ясян Байсурьяманаям Кришне Парама Пурусе Бхакти Рудпаддати Пунсаха Соку Моху Ваяпаха. What is that? И что это Бхагавата? Ясян Байсурьяманаям Кришне Парама Пурусе Бхакти Рудпаддати Пунсаха Суку моху ваяпаха апаха. That Bhagavatam. И тот Бхагаватам, через который. Если вы слушаете Бхагаватам от Махабхагавата, от чистого Вайшнава, то тогда Кришна, вы можете развить бхакти лотосным стопам Кришны. Соко мохо ваяпаха. Сок? Репентейшн вы принесли? Страх, отчаяние, шок, мохо, растерянность. Майя, она погожа. Соко мохо ваяпаха. No kind of fear can touch you. То есть это все из-за влияния майи, саду, они бесстрашны. Настоящие саду, если вы посмотрите на саду, вы найдете, что он самый бесстрашный, самый умный. Что значит умный? Умный. TV star is smart? A film star is smart? They are idiot number one. Что значит разумность? Просто какие-то люди, они нельзя назвать их разумными. В нашей жизни Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Таку, он настоящий духовный герой. Таких разумных людей, как Шрила Прабхупад, невозможно найти. Но когда я вот учился, я уважал только Рейгана, американского президента. Впоследствии стал Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Таку. Он наш духовный герой. Он все для нас. Никто не может сравниться с ним. So just young boy Suryamanayam, if you go on hearing Bhagavatam, вот, you can all your problem can go. Если вы будете слушать Бхагаватам, все ваши проблемы они уйдут. И вот в Ясадев Госвами. Ясадев Госвами compiling Bhagavatam. After that, whom to give он this составил rasa? Bhagavatam. И кому? Where I cook? То есть он составил Бхагаватам, подобно тому, как он приготовил нечто великолепное, но нужно патра, нужно какую-то емкость, куда это вместить. И крипа патра значит, то есть это место, где эта крипа, милость может находиться там. Но если это крипа патра дырявая, то вся милость уйдет. Вот, например, кто-то говорит, что кто-то объект милости Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа, но этот объект милости дырявый, и вся милость, она просто просочилась. И вот так, таким образом, мы получаем научное объяснение всех шастр. И вот эту расу нужно поместить в емкость, которая была бы достойна, и это был Шукадев Госвами. И вот вопрос возникает, что он его сын, то есть сыну он дает лучшее. Нет, это не так. То есть это ответ дается.
То есть это не так, что поскольку он его сын, если Госвами дал ему этот нектар Бхагаватам. Нет, это не так. Он беспристрастен. И какова причина? Continuously, значит, что он полностью не привязан к этому материальному миру. Он Mahadev also see half closed eyes. Sukadev Goswami has a half closed eyes. Как подобно Шукадеву или Махадеву, они всегда были погружены внутрь себя, они даже ходили с полуприкрытыми глазами. То есть нужно сконцентрироваться на том, что внутри нас. И поэтому, вот говорится дальше, Брихатим этам атма рамаха самабхаса. Why this муни? Почему этот муни он беспристрастен? Какова причина? He was bound to come and learn this Bhagavatam. So boy, nischitam eva nibrita nitaram continuously is detached. То есть нет, у него не было никакой привязанности, он был полностью беспристрастен. И вот это Бхагаватам из 18 тысяч шлок, он атмарам. Атмани рамате ити атмарам, he is self-satisfied. Тот, кто самоудовлетворен. With атмарам, он называется этим словом атмарам, тот, кто полностью удовлетворен себе. Атмарам. Now this answer Сутадев Госвами. И вот вопрос. Он, на этот вопрос Сутадев Госвами отвечает о Махапрабху. And in front of Sarvamuha 18 times. Он обсуждает это с своими спутниками. Хари, он настолько притягателен, настолько прекрасен, настолько привлекает всех, что хотя Шукадев Госвами, он был атмарамой, он был полностью беспристрастен, но он был вынужден прийти к Вьясадеве Госвами, чтобы слушать весь Бхагаватам. Почему? Поскольку он настолько много прекрасоты в Кришне и Кришна-катхе, они настолько привлекательны, притягательны. Ну, как, например, что Радхарани говорит, хотя Кришна ушел в Матхуру, но мы не можем перестать говорить о его славе. Да, Кришна ушел в Матхуру, но мы не можем прекратить говорить о нем. И Кришна Катха, она не отлична от Кришны. И вот почему Кришна, он настолько прекрасен, он непостижим, настолько привлекателен. Кришна, я уже объяснил значение этого имени. И вот Атмарам, лучший из Атмарам, подобно Шукадеву Госвами, он тоже почувствовал великое притяжение, привлечение к Кришне. Хотя уже было сказано, после того, как он родился, он отправился в лес. Да, это так, но после этого Вьясадева Госвами, он решил, как его назад привлечь, как его из леса вытащить. И Вьясадева Госвами произнес две шлоки перед своим учеником. И вот он послал какого-то своего ученика за дровами в лес и сказал, что параллельно, чтобы он пел вот эту шлоку. Дал ему шлоку, чтобы он произносил ее.
в процессе, и после этого он увидел Шукадеву, услышал и смотрел, кто же произносит, и ну и он сказал, так ты хочешь узнать, что дальше, да, тогда пойдем со мной. Курванти ахету кинь бхакти митям битвам бхута гуно хари. Causeless bhakti. И вот без... You can do causeless bhakti. Без причины бхакти вы можете... This is the power of Krishna. Совершать ее. Это сила Кришны. И вот Шукадев Госвами привлечен им. Адьягад махадакшанам нитям виснуджана прияха. Бхагаватам, он был вынужден слушать Бхагаватам, поскольку он привлекся красотой этой шлоки. Бадрайни значит сын Бадрайни Риши. Адхагад Махадакхьянам Нитьям Вишну Джана Прия. Okay. This way actually, вот, таким образом, you know, describing so nice. Now you see, Sutadev Goswami speaking this way. Sutadev Goswami после. After he is coming back to this point. Он возвращается к тому, как эта Харикатха пришла. Не забывайте. То есть наша цель узнать, как Шримад Бхагаватам проповедовалась в этом мире. И автоматически... Сначала мы сказали, что Вьясадев дал Бхагаватам Шукадеве, и потом... Adhyagyad Mahadakshanam Mityam Vishnu Janapriya. I already told. After that, switch over to this point. Which point? Parikshito Atho Rajasir Janmu Karma 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 Janmu Karmo Vilapanam Ar Sangsthancha Panduputranam Bhakshi Krishna Kathodayam. Parikshito Atho Rajasir Janmu Karmo Vilapanam Sangsthamcha Pandaputranam Bhakshi Krishna Kathodayam. We request you, he Sutadev. И вот я прошу, мы просим вас, о Сутадев, и Сутадев отвечает, что Парикшит, великий царь. If we like to discuss about him, you can get great benefit. Если мы будем говорить о нем, мы получим великое благо, поскольку мы, если обсуждаем Парикшита, то Кришна, он тоже там есть, он связан с ним. И вот сейчас я хочу говорить об этом, и все темы, связанные с Кришной, автоматически будут там. Abhimanyu, the father of и вот Абхиманию, отец Парикшит Махараджа, он был убит на поле битвы в Курукшетре. Я не буду это подробно обсуждать, времени мало, простите меня. Но его ребенок, он был в чреве своей матери Уттары. Mata sutanam nidhanam sisunam nisanam. As all you know, previously who? Yeah. Actually, that раньше. Draupadi crying because all six, you know, Panchabandha five sons killed. Draupadi, они, она плакала, поскольку пять этих пандавов были убиты. Тогда рудат баспакулакулакхи твам сантаян аху киритамали. Киритамали мин Арджун. Киритамали значит Арджун. Когда она плакала, кто? Драупади. Тогда Арджун промис. И Арджун пообещал ей.
Яд брахма банду сираху ато тайнаха гандивам муктоир висикхоир упахаре твакрамма яд снасаси дакто путра. I can collect the head of that asatthama. Yeah. And you can sit, put your leg on his head and do the ritualistic activities of your son killed by him. Я принесу тебе голову того, кто убил твоих сыновей. Я обещаю тебе. Then, и тогда Арджуна побежал за это. Асватхама, Асватхама пытался убежать back от него. Куда? Но после этого Арджун схватил его, подобно животному. Связал и привез его к Драупаде. But to do, first of all, Paradavara, first of all, first case, second case I can speak after, he is running. И вот он отправился. After that, to save himself, he starts throwing Brahmastra. First case, second case different. Ajanam upi sanharam prano pritcho upasthiti. Сейчас послушаем. Atopaspissa sarilam sandadetat samahitaha ajanam upi sanharam prano pritcho upasthiti. He don't know, he knows nothing about how to get back that astra. Those who are throwing astra вот previous он, days, that days, метнул брамастру, они знали, как не просто как кидать брамастру, еще как их отзывать. И вот он эту брамастру кинул. И после этого Арджуна, он начал кричать: «О Кришна, о Кришна!» Бхактанам абхинкараха там эко даджаманаанам апаварго оси сансуте. You are the only goal of this material world. Единственная цель этого материального мира. You are the only goal. Тамадда пурушаха сакшад исвараха пракрите параха майам бадасьо читсакта кайвалья стито атмани. What happens? И что случилось? Я нашел, что подобно пролаю огонь. И что это? И Кришна говорит: не бойся. Кришна Бхагаван ваджа ветхедам дроно прутасро брахмо астрам падаршитам наивасо убеда саньхарам прано бадо упастите. You wanted to arrest him. Ты хотел поймать его, но он вот кинул брамастру, но он не знает, как остановить ее. И вот это та брамастра, чувствуешь, что ты беспокоишься. Ты тоже знаешь, как их кидать и останавливать. Поэтому остановил лучше эту брамастру, поскольку одна брамастра может другой брамастрой быть нейтрализована, как вот в химии. Кислота и щелочь, они могут нейтрализовать друг друга. И таким образом Арджун, он тоже кинул брамастру, эти брамастры, они, он попал в ту брамастру, они нейтрализовались. И Арджуна схватил его и принес в ашрам. Like a beast. Подобно животному, он его связал его. And it is a Siddhanta that matto, pramatto, unmatto, supta, vachan, matyam, pramatyam, unmatyam, suptam, balam, striyam, jaram, prapanyam, biratam, bhitam, na, ripum, hanti dharma vid. Те, кто следует Бхагавад-дхарме, настоящей дхарме, они никогда не убивают никого. Прамати значит, сумасшедшая. Прамати некое очень сильное сумасшествие. Когда, например, у
вас слишком, слишком богаты, вы можете так, подобно сыну Куберы, он был таким слишком, как сказать, ну, слишком сумасшедшим, не просто сумасшедшим, очень сумасшедшим, слишком... Дети не взрослые, не, как сказать, не взрослые дети, женщины. И люди, которые, ну, как сказать, не... No reaction. It's jaram. Слово jaram. То есть, как, My chariot broken. Now то есть те, кто просят о помиловании и безоружные, те, кто знают настоящую дхарму, они никогда не убивают. Их, у них есть какое-то правило предписания и даже в лесу можно найти эти правила, в джунглях. They give honor to lion this way. Every tiger, lion. Например, звери не уважают львов и тигров, и эти львы и тигры, если не видят, что какое-то животное, оно пьет воду, они никогда не нападут на него. Если какое-то животное пьет воду, тигр никогда не нападет на него, оно будет ждать, не знает это правило. А мы цивилизованные люди вроде бы, и даже не следуем таким простым правилам, которым следует животное. Без причины убивают людей, хотя даже... В лесу животные без надобности никого не убивают. И вот в пятой части Шримад Бхагаватам про Джаду Бхарата, где рассказывается, там видно, что когда олень пил воду, то тигр ждал, пока он напьется. И таким образом, смотрите, если они знают дхарму, они не должны нападать на них. И что же делать? Ты уже кинул брахмастру. И много саду спрашивало, что значит кулапаншана. Кулапаншана значит худший из всех. Пангша значит дула, то есть подобно мусору, а кулапанша значит худший из всех аподартха. И без причины он убил пять сыновей Драупади. Даже Дурьотхан не был доволен этим действием. Когда он предложил эти пять голов пандавов Дурьотхане, Дурьотхан сказал, что ты сделал? Это плохо, они спали, а ты их убил. Кто так делает? То есть нет никакого прощения ему. Его схватили на месте преступления и привели к Драупаде, кинули и к ногам Драупаде, а Драупаде смотрел на него, начал плакать. Оставь его. Как оставить? Она была полна милости. Что он гуру, он сын гуру Дашни, оставь его. И вот Драупади начала плакать, почему ты связал его, оставь. Напомни, он тот, кто убил твоих сыновей, но ладно, освободи его, он сын Дроначарья. Мучатам, мучатам, эсо брахмано нитарам гуру. Сар, асо, данур, ведаха,
Сабисарго упасамьямаха астаграмасчо бхавата шикшито жадану праха. By the mercy of Dronacharya, you are knowing all sastras. Dronacharya, ты знаешь все шастра. How to play? Sastra and sastra. Two kind of things. То есть есть два вида шастра. Two kind of things. One is sastra and sastra. Шастра, да. Оружие с одной стороны, с другой стороны писание. You see, now you have to leave. This way actually. И таким образом он оставил его. And Krishna is very clever. И Кришна, он очень умен. Кришна хотел проверить Драупади и Арджуну. И Кришна сказал, смотри. Вначале он сказал, Арджун, ты должен убить его. Не оставляй его, не дай ему уйти. И после этого Арджуна, он сказал другие слова. Арджуна, смотри, если Брахмабандху так, он пал, то физически убивать его нехорошо. Но, те, кто забирает вашу жену, поджигают ваш дом, дают вам яд. Они вот этим словом называются. Атутай. Они должны быть убиты. Обязаны быть убиты. И таким образом Арджуна, он озадачен, что делать. Кришна одно говорит Бхимасану. Говорит, убей его, либо я убью. What to do, и что, what not и to что do. Делать, а что не Here делать, и вот он думает. И вот сейчас Арджуна начал думать, какой же причина, почему Кришна говорит так. Химуччо расанавадьям бало хаття правам тейоса манина хинам сивират нарьяпая. After that Arjun took decision. И вот Арджун принял решение. To take away that money, the jewel there, take away, cut. Ну, забрать какую-то драгоценность была на нем, и он забрал его, но из-за своих оскорблений его, ну, сила, она ушла, его какие-то хорошие качества, они ушли из-за его оскорбления. И он, в общем, обрезал его волосы и забрал украшения. И те уважаемые люди. Но это один из видов унижения, если кому-то обрезать волосы. Это даже хуже, чем убийство считается. Ну, каким-то имеется в виду уважаемым людям, которые как бы провинились, и вот он выгнал его, поскольку согласно Писанию. Физически их нехорошо убивать, поскольку даже если они падшие, совершают разные грехи. То есть они должны быть наказаны тяжело, но можно забрать их собственность, их силу, их уважение, почет. Можно выкинуть их куда-то, выгнать. Или можно как you can make him ride on ash and put some card on head, go head, save head. Is more than killing. Не понял, как это по-русски сказать. Ну, в общем, побрить их и выгнать. This way, you see, и таким образом. Then after, you know, getting too much insultation. И после того, как его оскорбили. You see? Даже змея. И даже змея, если она чуть-чуть.
как сказать, если чуть выразить не возле змеи, змея начинает возмущаться. И вот после этого, как его выгнали, нужно было какие-то ритуалы провести. Нужно... Санам удагамичватам датум сакшакришна гангаям пураскритва яджустриаха. Яджу, яджу, значит, в прошлом было. И вот они совершили какие-то самскары, какие-то ритуалы. They're going to offer, you know, water and и вот они предлагали воду Пинду, Ганге и они думали о славе Кришны, Хари, и пошли на берег. Everybody crying. Ганги и все плакали. Гандхари, она потеряла 100 сыновей Дхритараштра. Они все вместе, они отправились на вот эта семья Пандавов. И вот когда закончилась битва на Курукшетре, много умерло, а те, кто остался в живых, они за, от их имени пошли совершать разные ритуалы. Uttara also going. And after everything is over. И вот после того, как все кончилось, шрад закончился. Everything is over. Then Krishna took decision. И тогда Кришна принял решение. Я должен вернуться в Двараку. Yudha, Kurukshetra, Yudha fighting is over. Now your, you know, last job is Shraddha. Giving water in Ganga, everything over. И вот они шрад завершили свой, и Кришна решил вернуться в Двараку. И тем временем он уже ступил на колесницу, которая должна была увести его в Двараку. Прапуйитаха, he took decision to go away. Гантум критаматир брахман дарукам ратамаститаха, when he takes his step up into ратха, then suddenly Uttara crying. И внезапно Uttara начала кричать, о Кришна, спаси меня. Что случилось? Кришна только собрался уехать в Двараку, и тут Uttara начала плакать и звать о помощи. In this material world, each and everybody fighting with each other, pick up enmity with each other. В этом материальном мире так много сражений, и вот она говорит: смотри, какой-то огонь идет на меня. Обид, бачен, обид, дравати, мам, ишо, сарахас, таптаясо, вибо, камам, дахату, мам, натха, маме, гарбо, непаттатам. I'm not fearful that I'm going to die. Я не боюсь о том, что я умру. И вот это огонь, он летит на меня, чтобы убить меня. Но я беспокоюсь о ребенке, который в моем чреве. О, Кришна, спаси меня. Иначе династия Пандавов, Пандава Вамша, она уничтожится. И Кришна, помоги мне. И Бхактаватсал Кришны, он, Кришна подумал, что же случилось, и он увидел то же самое. Опять он кинул Брахмастру. И что же делать? Саму самьяд бригутбаха. When
И когда Уттара плакала и приняла прибежище у Кришны, она говорила: «Я могу умереть, но ребенок в моем чреве, он, спаси его, он должен жить». И Кришна, Йогешва, что сделал своей чакрой? Он запустил ее в Брахмастру. И хотя мы знаем очень хорошо, что Брахмастра не может быть... То есть ее невозможно уничтожить или траекторию изменить с чем-то иным. И вот, но Кришна, он, это Кришна, и он вошел в чрево Уттары, и своей полицией он так победил эту Брахмастру. Не было никакого решения, если Брахмастра летит на вас, то нету вариантов, что делать. Нет решения. И... Но она была нейтрализована самим Кришной, его полицией. И Сутадев Госвами спрашивает: думаете ли вы, что это невозможно? Сутадев говорит: думаете ли вы, что это невозможно? Есть ли у вас сомнения? Нет ничего невозможного для Кришны. Все возможно для Кришны. Кришна, он вошел в чрево Уттары и отвел этого Брахмастру, победил ее, и все проблемы закончились. И вот сейчас Кришна говорит: все, я, все проблемы кончились, я хочу вернуться в Двараку. И там преданные, они зовут меня. Как, например, если ваш муж или отец куда-то уезжает, вы зовете его, чтобы он быстрее вернулся. И вот это Кунти Деви, когда Кришна хотела вернуться назад, Кунти, она не позволила Кришне вернуться. Кришна, она, Кунти Дева, она начала молиться. Every time kissing Krishna, blessing, but now he is here. И вот all Siddhanta coming out of heart through his shloka. И вот через шлоки Кунти она начала возносить молитвы. Намасте Пурушам Твадьям Ишварам Пракати Парам Алакшам Сарвабхутанам Антарвахираваститам Майя Джаваника Чаньям. Бачен, you see, I can discuss one or two slokas. И вот я обсужу несколько слов. Несколько шлок. Намасе Пурушам Туадьям Ишварам Пракрити Парам. Ты находишься за пределами этого материального творения, никто не может видеть тебя. Я хочу выразить свое почтение. Никто не может видеть тебя, хотя ты присутствуешь везде, в каждом сердце и везде. Алакшам сарвабхутанам антарбахираваститам, who is omnipresent. Кто вездесущ, но никто не может видеть его. Майя даваника чаньям агьям адхокхаджам аббайам налакшасе мудо дриша нато натто дхаро ятха. Майя даваника чаньям in, there is one screen of Майя. Майя, значит, Майя даваника чаньям. Есть покрытие Майи, и мы находимся в этом невежестве, и наше сердце осквернено. А ты Атокшаджа, но мы не можем видеть тебя.
И вот эти слова значат, подобно тому, если кто-то играет драму в каком-то театре, то есть тяжело понять, кто есть кто. И после того, как эта драма, спектакль заканчивается, артистов уже тяжело опознать. Как Вишну Прия, например, не увидела Махапрабху в этом драме, в спектакле. Махапрабху был Лакшми, Вишну Прия, ее Господь Прананат Гауранга, но она даже не поняла, ты кто, ну кто есть кто в этом театре. When Prabhu speaking in front of Vaishnavya, today one nice, you know, tomorrow actually a nice drama. Which play you can do? Huh? Which acting? Хотя он за день до этого сказал, что будет драма завтра, а кого я буду играть, я не могу сказать, ты определишь. Take the form of a lady, that is very matching. Vaishnavya Devi speaking. You are so nice, you know. So this way. Maya Javanika Chanyam Bhachan Bhachan. You see, there is one screen вот of Maya. Maya, покрытие Maya, никто не может из-за него видеть тебя. Как подобно тому, как кто-то в каком-то театре играет роль определенную, то не всегда можно опознать человека. Bhakti yoga vina vidhanartham katham pashe mahi striyaha. I am woman. Что я женщина, мой ум и разум, они очень слабы. Как я могу понять тебя? Yada paramahansanam muninam amalatmanam. Those are pure. Те чистые, великие вайшнавы, муни и риши. Они из-за своей бхакти-йоги, они из-за их чистой бхакти не могут понять тебя, и как я могу знать тебя? Я женщина. Кришнайо Васудевайо Девакии Нанданайо Ча Нанда Копа Кумарайо Говиндайо Намо Намаха Намаха Панкаджа Навайо Намо Панкаджа Марине Намо Панкаджа Нитрайо Намасте Панкаджа Мрай Ятари Сикеса Калина Деваки Камсина Рудьяти Чирам Сучар Пита Вимучита Хам Свахатмаджа Нибху Таяйва Натена Мухур Випарганад Бишад Махагни Пурушад Даршанад Асат Савая Банаваса Кричатаху Мриде Мриде Анеку Махас Махаратхастату Дронастратос Часмахаре Равиракшита Бачен Бишад 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 Махагни Пурушад Даршанад Асат Савая Банавас Кричатаха Мриде Мриде Анеко Махаратхастато Адрунастато Свасмо Харир Авиракшита. Every time you say a pass. Говорится, что ты всегда спасал нас, когда Дурьотхана и прочие отравили нас, когда они пытались, не подожгли наш дом, когда мы встретились с Ракшасом в лесу, на поле боя Курукшетра, и так много сражений, так много воинов было там, а ты спас нас. Ты спас нас, панча-панча пандавов, моих сыновей. Мриде, мриде, анеко ратхастрата, дроунастратаха шасма, асма харена вирокшита. We are all accepted by you. Мы спасены тобою. Саша татра татра жагадгуру, бхавата бхавату даршанам ят, шат апунар бхаво даршанам, випадо санд. You cannot find this kind of application in the whole universe. Arjuna speaking, hey,
Кунти Деви возносит молитвы, пошли проблемы нам, сделай так, чтобы проблемы одна за одной приходили к нам. Почему? Встречаемся с какой-либо проблемой, мы видим, что ты с нами. Видим, что ты с нами, у нас есть возможность увидеть тебя. И поэтому я прошу тебя, пошли проблем нам, чтобы ты не мог находиться не с нами. Я много раз обсуждал эту шлоку. Уже Джанма Ачарья Шрута Шри. Это обусловленные души, они очень гордятся этим. Они вынуждены совершать оскорбления из-за своей гордости. Я видел так много бедных людей в моей жизни. Очень бедные люди. И по милости, по какой-то... И как-то они встречали саду, тоже становились саду, и в итоге накапливали очень много денег, и потом уже переставали уважать настоящих саду, одурманенные своим богатством. И ты единственный видимый. Только Акинчана Бхакты могут видеть тебя внутри своего сердца всегда. И вот Кунти Деви говорит так много шлок, все нету обсуждать, и вот Кришна. Нет времени обсуждать все, и Кунти Деви вспомнила детскую лилу Кришны. Она услышала ее от Рахини. Есть книга «Слава Кунти Деви». Я написал ее. Вот на Бенгале книга. Очень прекрасная книга. Даже картинка там очень прекрасная на обложке. И вот так или иначе, там описывается слава Кунти. Кунти Деви, она. Она жила не во Вриндаване. Как она могла знать о Балалиле Кришне? Единственная причина — это Рахинима. Она там жила в Гакуле. Она знала всю Балалилу, и поэтому она рассказала. И поэтому Кунти Деви, она плакала и смеялась одновременно. Бхактам нирийо бхабхава наяститасьо Саамам вимохуйоти бхиропи жадвибхети Гоппяда де твои ктага сидама тавад Яте дасасу калиланджана самбрамакшам Бхактам нирийо бхабхава наяститасьо Сааме вимохуйоти бхиропи жадвибхети. When Jamaraj boy, fearing you, боится тебя, но ты боишься свою мать, которая и просишь оставить тебя, ты не будешь этим это больше делать. И вот Яшода. И ты, Яшода, хотела связать Кришну веревкой, и ты плакал, видя это, и когда ты тер свои глаза, они были намазаны каджалом.
И вот Дамодар Аштеки описывается эта лила. Бхактам нилия бхава наясти тасья саме вимохати бхиро пиджат бхеди. That thing, if I remember, и вот если я помню это, я думаю, как это возможно, ты действуешь как обычный ребенок. И таким образом Арджун и Кунти Деви, они плакали и плакали. И после этого Кришна, он перестал ездить в Двараку, поскольку он решил After that, now on ninth canto, from tomorrow I have to jump. I like to speak in details, but what to do, no time, time cannot permit. So many things, balloons, infinity. Now we like to go back to ninth сейчас canto. Мы возвращаемся к девятой части. Я завтра обсужу это, когда Бишме, который лежал на поле боя Курукшетры, а Кришна, он пришел благословить его, и там очень великое учение и наставление для нас. Наставление Бишмы. Акамо сарвакамо ва мокшакамо ударди тибрена бхакти йогена джаджета пурушам парам ванчакалпа дурусе кипасин бхавиш потитанам павана бхавишне бхё намо.